там тоже скелет слона, там у них стоит. Зашел, посмотрел. Вот я тоже хотел собрать. У меня аж было половина, сейчас не знаю. Вот. Еще не хватало, дедушка, не хватает. Вот сейчас вот бивень надо сделать. Еще один бивень надо сделать. И череп. Череп никак не было найти. Вот нижнюю челюсть находили. Это нормально. Какие-то места знаете, раскопок раз собираете? Понимаете, в Нижней Тавне, когда Тавна текла по другому руху. И когда при советской власти ее повернули, ее она прямо в этой деревне она вымыла все, кладбище. И, короче, получилось, там был такой большой обрыв, когда спускаешься вниз, и там слоями, и там выпадали отсюда. Я просто когда... Я в детстве читал «Охотников на маму» в конце лет, такое мелочь. Мне нравилось это читать. И вот я никогда не представлял, что это просто я выйду на берег, посмотрю. Я первый раз увидел, я думал, у меня просто что-то у меня за головой не в порядке. Я иду, смотрю, лежит кость огромная и бивень мамонта, такой 2,5 метра стоит. Ну я подумал, так люди же, а там же люди так вот выходят сразу. Человек, если по берегу идет, у них любопытство ужасно, они, короче, они там уже скоро дома рухнут, короче, они стоят. Они не знают, как они сами заработать не могут на этом, они думают. Они уже пытались, они в музее пытались, но музей сейчас не покупают, ничего, они не знают, что делать. Да, и в общем, а я тоже.